начинать сегодня записывать. Привет. Как начал? В 1841 году дерево для него было доставлено из Фангароа. Что такое? Место было в Новой Зеландии. И доставлено было на пляж, который сейчас Форд-стрит называется. Ну, сейчас там уже нет пляжа. Это здание было построено, на самом деле, мистером Уильям Брауном и доктором Джон Логаном, кентавром, который этот парк подарил маурийцам. И был, они жили здесь много лет. Попозже это было переделано в, ну, как типа в офис. Вот так они обшивали. Стекло? Прикольно. Да. Коврик такой. Мне бабушка такой мечтала. Поэтому коврик. Ну, бедненько, бедненько. Хотя картины любили, за это респект. Живопись. Короче, всем привет. Сегодня мы... А платье классное. Платье? Да. Я бы себе такое хотела. Как раз для Новой Зеландии, для лета. Когда это вроде жарко, но потом дождь или ветер. Столовая. Что есть там? Орешки. Здоровое питание. Здоровое питание, орешки и фрукты. Все молодцы. Знали они все, вон яички. Камбол. Да. Орешки. Ну так вот, сегодня мы, значит, приехали в парк, хотим подняться на вулкан. Да, Катюш? Да. Наконец-таки. Наконец-таки, да. Заодно, в общем-то, тут в этом парке маленькие дома там всякие. Ну, в смысле всякие. Два домика, барашки. Да, в которых показано барашки. Здесь там очень много, кстати. Самое интересное то, что здесь эта земля до сих пор лежит фермерам, и здесь есть животные. Прям в парке? Коровы, барашки. В этом парке? Да. Гуси, утки, курочки. Сейчас мы все увидим. Это придется вырезать. Иначе меня закроют. Так, а это что, детская типа? Ой, там кто-то... Они, видимо, не очень любили мыться, судя по всему. А, это сверху труха уже. Я просто посмотрела на лужайку и поняла, что прикольно. Не только барашки и коровки. Ну, короче, вот такой домик, в котором, как показывают, вот как жили, типа, люди того времени. Это какие года? 800 какой-то, да? Да, 1841. 1841 год. Ну, вот. Да, пойдем. Вот так они и жили, в принципе. Ну, колонизаторы, получается, в каком-то смысле, да? В Новой Зеландии. Мне еще прикольно было бы посмотреть на Маори, которые... Ну, вот. Мы в Ротороу посмотрим, там будет деревня... Да, Маори? Настоящая деревня Маори с их танцами. Да ты че, крутяк. Да, камин. О, какой классный камин. А, вот это кухня, короче, у них. Тут они готовили, получается. Да, да. Ну, кстати, прикольно, и правда. Вот, такая коса. Ну, это побогаче домишко. Ну, о, орешки можно полузгать. Точнее, желуди. Это для детей уголок. Мне кажется, кстати, в этот домик, там было написано, что они его построили, а потом переделали в офис, и, наверное, переехали сюда. А вот, кстати. Разбогател. Я как юный биолог вообще очень люблю эти всякие штучки. Тут, видишь, можно посмотреть. Я, кстати, хотела посмотреть... Какие растения, в принципе? Ну, тогда нужно идти в музей. Вот, коротенький музей. Музей там вообще очень круто, мне нравится. Каштан тут есть. Прикольно. Да, исторический гольф. Да. Приехали колонизаторы и давай играть в гольф. Поля, земля, свобода. Ну. Хорошая верандочка у них. А вот и маврица. Ага. А вот, короче, видишь? Вот так вот он выглядел, когда был вулкан. Говоришь, маори были расстроены тем, что пришли англичане и принесли им цивилизацию? Мне кажется,
говорит, да забирайте парки, конечно, не вопрос. Земля нужна, берите. Стадии. Короче, вы поняли, сегодня день вулканов. Которая объединяет с Черногорией. В Черногории одни гортензии повсюду. Так красиво. Ага. Обожаю этот цветок. Готова вот так упасть. Только там куча фэри-тейлов. Ом-ном-ном. Ом-ном-ном. Ом-ном-ом-ном-ом-ном-ном. Все, съем. Все офигели, насколько она вкусная. Но мне кажется, я нашла свою любовь. Как я сладкоежка все время нахожу какое-то классное мороженое. Но вот мороженое из фейхоа просто поразило мое сердце. Блин, такое сочетание свежести. Необычное сочетание. Офигенно, да. Короче, Новая Зеландия, фихуевое мороженое. Мой выбор. Вот, короче, городской парк, как говоришь, Катюш, принадлежит еще некоторым людям, да? Ну, в смысле, здесь... Ну, фермеру принадлежит. А, фермеру. Вот, и тут выгуливают. Они в смысле, они сами выгуливаются, да, живут и выгуливаются, вот. Вследствие чего валяются на дорогах еще и кокушилы их. Просто прикольно. Типа, вот представьте, в парке Горького, короче, коровы где-то пасутся. И овцы. И овцы. И куры. И куры. Возьми меня за руку, я иногда просто боюсь опуститься чуть ниже и плыть. Не знаю куда, я с тобой. Со мной ты со мной. Вот это кратер. Вот это кратер. А я с тобой. Это как-то не очень красиво. Ведь это... Просто сиди и снимай сейчас, чтобы... Какой замечательный парк. Конечно же, мне не интересует эта свадьба. Я просто интересуюсь парком. Настоящие маорийцы. Или это китайцы? Маорийцы. Блин, это маорийцы. Ну так еще тупее, так, потому что понятно, что я их снимаю. Настоящая маорийская свадьба. Вот кто регбистские там эти хотел... танцы увидеть. Танцевать мне, правда, не будет, потому что это часто фотосессия. Мы не в торговом центре. Скоро будет Новый год. Хотя не понятно, Катя, смотри! Ну ладно. Что, Катя? Ты зовёшь нас? Смотри, что меня есть! Это твой любимый... Камбербэк! А сзади что? А сзади? Не всего лишь. За $19 99. Она не продавец. От бога. Не платят.